Продолжаем выпуск. Вопросы информационной безопасности, возникающие с развитием новых технологий, обсудили сегодня на первом национальном форуме по управлению интернетом. Он прошел в Алматы. В нем участвовали более 200 представителей гражданского общества, бизнеса и госорганов. Говорили о том, как искусственный интеллект влияет на свободу мнений, а также о доступности интернета во время чрезвычайных ситуаций. Еще одна актуальная проблема, по словам экспертов, защита персональных данных. Для ее решения необходим комплексный подход. Национальные регуляторы по вопросам защиты персональных данных Казахстана, Кыргызстана и Румынии подписали меморандум о сотрудничестве в этой сфере.